Сижу сейчас в машине, и мимо идет мужчина. Я знаю его уже, наверное, ну как шапошное знакомство такое. Ну, наверное, лет 20-25, может. Представляете? Он начинал на рынке торговать. Что только он не перепробовал. И в итоге сейчас, в данный момент, он торгует нижним бельем. Женским нижним, пижамками всякими. В общем, короче, суть в чем, что я хочу сказать. Вот он бежит мимо. Уже столько лет прошло, он машину не купил. Ничего, он пешочком. Но видно, что он счастлив. Он прям бегом бежит на работу. У него свой магазинчик небольшой. И вот некоторым людям для счастья нужно совсем мало. В принципе, найти свое любимое дело. Он с такой радостью. Он идет, он счастлив. Утро, он бежит на работу. Что-то там несет в руках какие-то там крючки или вешалки, или что-то такое. Там новое что-то там для своего магазинчика. И все. Ему больше ничего не надо в жизни, ему не нужна дорогая машина. Может быть, он даже не ездит в путешествие, я не знаю. Но он постоянно на работе, он торгует все время сам за прилавком. Он никогда не нанимал продавцов. И он горит своим делом, и у него всегда ассортимент хороший, и он посоветовать может, и он на глаз уже знает, чего кому надо. И вот просто я вот на него смотрю, и просто в душе я понимаю, что вот этот человек счастлив. Счастье не в антураже, да, не в дорогих машинах, я даже не знаю, где он живет. Такое ощущение, что вот где-то из общежития тут у нас есть. Ну, хотя не факт, конечно. Понимаете? То есть вот что я хочу. Вот мне такая мысль с утра пришла умная в голову. Озарение такое. Хотя, в принципе, я об этом раньше думала, но просто вот сегодня я сопоставила с конкретным человеком, который бежал мимо меня на работу, счастливый, довольный, на любимый, он сейчас будет заниматься любимым делом. Ему больше ничего в жизни не нужно. Все, он нашел себя. Вот, наверное, многие же думают о том, а какое же мое предназначение в жизни, да? И чего-то мы ищем возвышенное. А надо всего лишь заниматься тем делом, которое тебе нравится. Вот, и будет тебе счастье.